Так, ребята, завершается довольно-таки длинный эксперимент, сделанный по просьбе одного из, ну, наверное, подписчиков, надеюсь. Первое, что мы видим. Связь у нас по 4G от МТС. Симок у нас одна. На борту уже 9%. Так. Мы смотрели длительное время видео в 1080. Сразу скажу, что 1 час был в 720. Это я случайно на второе видео переключил, когда это кончилось. Поскольку длина видео 12 часов, как вы видите. После этого он переключился на другое видео, а я не обратил внимания, что там всего 720 точек. Но я надеюсь, что на нашем тесте это сильно не отразится. Короче, мне надоело. Я при 9% аккумулятора выхожу отсюда. Теперь у меня были запущены часики, точнее в часиках секундомер. У нас уже 14 часов и 9% на борту. Теперь попробуем это дело проверить с помощью другой программулины, которая нам расскажет, сколько какие программы работали за это время. Надеюсь, это в пункте батареи. Если нет, значит в этом. Ну, короче, в гугловских примочках. Так, расход заряда. YouTube. 13 часов 47 минут. Ну, видите, да, что почти 14. Это почему почти? Потому что я говорю, он перешел на другое видео, оно закончилось, он вырубился. И, когда я заметил, я восстановил обратно. То есть 13 минут, получается, он был с погашенным экраном. То есть 13.47 он отработал. Это сожрало 88% аккумулятора. Часть аккумулятора, видимо, ушло на что-то другое. Сейчас он нам скажет, на что. 5% на систему Android, 1% на режим ожидания. Ну и как бы экран и сам YouTube делят процентаж вот так. То есть экран все-таки большую часть жрал. Почему? Потому что яркость половина. Если бы яркость уменьшили, соответственно, экран жрал бы меньше, и я думаю, он бы намного больше бы проработал. То есть я думаю, если экран убрать на минималочку, он свободно 24 часа продержится. Это у нас, напоминаю, Blackview BV8800. Ни про, ни Е, ни какие буквы. Очень даже достойно. Но напоминаю, это с одной симкой. С двумя симками он будет немножечко меньше держать. И это все по 4G. По Wi-Fi будут данные, думаю, другие. Всем спасибо, всем пока. Думаю, кому-то было интересно. Темная тема, кстати, тоже, может, что-то повлияло. Но это не AMOLED-экран. Черный все равно подсвечивается. Поэтому я не знаю. Вряд ли все-таки она повлияла. Всем спасибо, всем пока. Если кому интересно, у меня прошивка еще старая. О телефоне. Версия 0.5. У вас у всех должна быть либо 0.2, если не EA, и если EA прошивка, как у меня, то у всех версия 0.8 и выше. Всем пока.